У гэты вечер Гомельский державный театр «Лялек» сустракал глядачоў самых разных узростов. На премьерный показ спектакля «Фабл» пришли и юные аматоры, и патрабавальные знаўцы театрального мастацтва. Высокий интерес не выпадковость, гармония усеагульного вар'яцтва у двух деяниях, так заявили постановцы у театральных афишах, не могла не протягнуть увагу, узбудоражить фантазию и выкликать навод самые смелые чакания у своего потенциального глядача. Я как бы не избитый здесь театрал, а так. Время от времени посещаю. Конкретно от этого, не знаю, я даже как бы вот не слышал раньше, вот решил что-то новое для себя открыть. Потому что я уже чула, что вельми будет добрый спектакль, именно вида с такой ноткой авангарда. Но я думаю, что мы так само будем аплодировать, и аплодисменты будут. Спектакль «Фабл», что у перекладе с французского означает «байка», поставлены по мотивах твора французского письменника Жана де Лафонтена. Это своеобразная спроба раскрыть природу человека. Сучасная музычно-гульнявая театрализованная постановка узносит на поверхню глупство, прыгажость, покуты, страхи, отчувание бессенсовности и многое иншее, что ховается за масками штодзённости. Герои спектакля небы сдымают себе все непотребное, выставляющие на показ выключно свою сутность. Особливую видовищность театральному деянию надают экстравагантные декорации спектакля и костюм артистов, а так само нестандартное светловое, гуковое, музычное и хореографичное сопровождение. Очень сложно сейчас определить, наверное, или сказать, что вот это чисто кукольный спектакль, это чисто это драматический. Наверное, это больше театр, такой театр художника, театр костюма, театр изображения, театр такой визуальный и, или пластический, или физический театр. Здесь много разных техник было использовано и проб за это время репетиции. Показанные на сцене лялечного театра байки Жана де Лафонтена не связаны помеж собой одним сюжетом. У их нема глубокой морали, але яны не позбавлены логики. Их сюжеты взяты из реального життя, а так само с классичных творов старожитно-греческих авторов, арабских казок и стародавней литературы Франции. Гэтые байки адлюстровывают життё, полное суперечностей и пытанию. До того ж, яны полные живого гумору, комичных ситуаций и трагичных развязок. Сучасный музычно-гульнявый спектакль «Фабл» гамельчане приняли вельми тепло и с неподробной цікавасцю, а гэта значыць, што пастаноўка мае ўсе шансы стаць рэпертуарнай у наступным тэатральным сезоне. Вераніка Варашыльна, Дмітрый Радзянка, Тэлерадыёкампанія Гомель.